თლიანი საქართველოს მოსახლეობა საზოგადოებად ჩვენ ყველა ვართ შეურაცხმობილი ამით. გეუბნებით, დააბრუნეთ ეს ხალხი, ეს კრიმინალები. ციხეში არის ბუზინსკა ნაცია, ბუზინსკა ნარდი. Готовы поддержать и выставить свою петицию. За это мы вам благодарны. Естественно, мы рассмотрим вашу петицию, но предварительно вам сразу хочу сказать, что ни одно кадровое решение, ни одно назначение не направлено ни против Грузии как страны, как государства, ни против грузинского народа. Решением президента руководствовался прежде всего опытом представителей грузинской нации, вопросом реформирования отдельных сфер. Правоохранительных органов, Министерства обороны, привлечение международных инвестиций. Еще раз хочу подчеркнуть, что ни одно назначение не направлено против правительства, против народа, каждого грузина, в частности. Мне кажется, нельзя говорить, потому что вот эти люди же, у них же уголовное дело в Грузии. На них же в санах за всех уголовное дело, в том числе таких вот уголовное дело за питки людей. От внимания бизнеса, да, это же реально, есть документы, вот об этом. Мы, насколько я проинформирован из средств массовой информации, что было передано запрос об экстрадиции, естественно, компетентные органы будут рассматривать, естественно, будут обращаться в духе дружбы, как у нас все вопросы решаются временами, поэтому все вопросы будут рассмотрены. Еще раз спасибо за вашу поддержку. Спасибо вам тоже. Ну, все, всем. И себе, тем лучше, потому что пока Саакашвили их и банда будет у вас в Украине, пока я вас не будет. Потому что для Саакашвили сейчас война выгодна в Украине, чтобы вы знали, и для их команды. Так что тем быстрее предадите этих преступников, нас, грузинских правоохранительных органов, тем лучше и для вас, и для нас. И для мира вообще. И для мира. И для мира. Спасибо. Это от грузинского народа. Что это? Это дайте получить.